Еще недавно к этим могилам было трудно подойти, а теперь асфальт. В 2021 году на Червишевском кладбище построили более 10 километров дорог. Установили 35 контейнерных площадок для сбора мусора и более 200 квартальных столбов, чтобы проще было найти захоронение. Это выездное совещание депутатов городской думы. Как продвигается благоустройство на городском кладбище, они увидели своими глазами. Червишево первое. По состоянию на сегодня полностью все дороги, проезды в Червишево один выполнены в асфальтобетонном покрытии 100%. Мы сейчас идем на опережение. То есть то, что сейчас Червишево 5 находится уже в плане захоронения и в плане освоения, в этом году мы уже с перспективой идем в плане строительства всех подъездных путей, чтобы у людей был комфортный подъезд. К ежегодным мероприятиям по обслуживанию относят уборку поваленных деревьев и мусора, обработку от клещей, кошение травы и другое. На территории исключили всю несанкционированную торговлю ритуальной атрибутики. Основная площадка, где бизнесмены арендуют площади под торговые точки, находится у главного въезда на кладбище. Территория растет, в перспективе планируют определить еще несколько мест для торговли. Любой тюменец должен иметь возможность проводить своих близких и родных достойно. И в дальнейшем, уже возвращаясь в родительский день, либо в любые другие дни к местам захоронения, иметь возможность воспользоваться всем необходимым перечнем тех моментов, которые нужны. В текущем году на Червишевском кладбище построят порядка 2 километров новых автомобильных дорог. Одна из приоритетных задач на 2022 – выполнить ремонт подъездной автомобильной дороги ко всем кладбищам в районе Червишевского тракта. Мария Павленко, Максим Плюхин, Тюменская служба новостей.